Донорский автопробег. В Саратове прошла акция, приуроченная к Дню защитника Отечества. Более 70 экипажей колонны от 3-й дачной проехали до областной станции переливания, где сдали кровь. Участие в акции приняли представители молодежного движения автомобилистов. Они же выступили организаторами совместно с Министерством здравоохранения области и региональным отделением Союза добровольцев России. Цель была именно социально ориентировать людей, молодежь, на сдачу крови в преддверии Дня защитника Отечества. Вот таким образом наша молодежь отмечает День защитника Отечества не где-то за столом в компании, а вот в коллективе, помогая людям, которым требуется помощь. Стараемся наладить это на системный уровень поставить и будем также организовывать сдачу крови молодежи только уже по передвижному пункту.